трехлетнем возрасте обычно дети начинают посещать детский сад. Это значит, что там малыш заведет новые знакомства и будет общаться с другими детьми. Чтобы ему было проще обрести новых друзей, обязательно научите его, как нужно знакомиться. Проще всего учиться этому во время прогулок. Например, на детской площадке, где гуляет много других детей. Для начала можно потренироваться. Продемонстрируйте малышу, как можно представиться. Скажите ему «Привет», назовите свое имя и спросите, как его зовут. Искренне улыбайтесь. Можно пожать малышу руку, ведь рукопожатие – это взрослый прием, который даст ребенку почувствовать себя старше и увереннее.